несмотря на молодой возраст, уже показавший, проявивший, и самое главное, имеющий исламское образование. И человек, который может на равных дискутировать, общаться, говорить. Но самое главное, что меня импонирует, это то, что дипломат. Без дипломатии в религии очень сложно сегодня. В наше время, и всегда оно так было, а сегодня тем более. Надо всегда находить общий язык со всеми направлениями, течениями, не только внутри республики, но и за пределами республики. И находя общий язык с этими направлениями, всегда обосновывать это с точки зрения и шариата, и с точки зрения наших адатов, обычаев, которые не противоречат то, что у нас сегодня есть в целом шариату. Совсем надо найти общий язык. Надо наладить конструктивный диалог с муфтиями северокавказских или с регионов России, с Верховным муфтием России, с шейхом Гайнутдином, с Талгатом Таджиддином, с их командами. Ну и, конечно, надо наладить очень тесное взаимодействие по организации хаджа. Этим занимается у нас специальное направление. И с теми послами арабских государств, где у нас есть особые интересы. Это Египет, это и Сирия сейчас, там, где мы гуманитарную помощь отправляем, помогаем, и наши ребята там участвуют в этих акциях, в этой работе. Это и Турция, это и Марокко, где нас приглашают учиться и обучаться. То есть есть те государства, где должны быть наладить очень плотно и тесно взаимодействие. В том числе Катар. Эмир Катара обещал выделять средства по строительству нашего духовного центра. Надо взять на особый контроль уже ход строительства нашей центральной мечети. И пока строители работают в этом направлении, изучить опыт и регионов России, и государств. И посмотреть после завершения строительства, какой статус должен быть у этого духовного центра. Непосредственно надо заняться системой образования непосредственно в Ингушетии. На каких уровнях у нас все находится. Потому что есть медресе, есть исламский университет и исламский институт. Но нет среднего образования, колледжевого образования, так называемого, если это важно. Вот здесь у нас есть провал, надо посмотреть. Да кто должен, наши должны, да, ну, да, это Бог, да, это не сходит за ней. Так она, мягко, что массу, мягко, садя, лохаться, лохаться, бельгийский урбаб, бельгийский хатерба, садя, чела, тридцать, садя, она, вещь, лейбл, урбаб, бельгийский, бельгийский, эли, был мой, да, ну, да, да.